Так, всем привет. Сегодня у нас посылка с торговой площадки AliExpress. Заказывал для себя тут машинка для стрижки волос. Она аккумуляторная, заряжается от сети. Написано, указано у продавца, что время стрижки до 40 минут, то есть будет аккумулятор держать время зарядки до 8 часов. Насадки, здесь одна, по-моему, насадка идет от 0 до 8 миллиметров. Машинка очень известная, очень покупаемая, то есть ее все абсолютно покупают. Стоит она недорого. Дошла. Сейчас как бы не соврать. Шведским постом, вот шведом пост. В принципе, недолго, 23 дня. Вот такой вот пакетик. Еще пупырка есть, чтобы машинка не повредилась. Ну, как мы видим, никаких даже намеков на то, что повредилась машинка, нет. То есть продавец укомплектовал ее хорошо. Отзывы крайне хорошие, то есть там 5 баллов ровно, то есть все ее нахваливают, продавца и прочее. Мы пупырку убрали. Вот машиночка у нас такая вот. КМА, КМ-2013, Professional Yes Engine. Ну что ж, давайте посмотрим, что такая у нас за машинка. Но по ощущениям очень такая легонькая. Значит, будет в работе. Значит, будет рука в работе не уставать. Видео не знаю, когда выйдет. На момент съемки это 6 сентября. 6 сентября. Вот. В коробочке больше у нас ничего нету. Так, машинка. Тут мануал. То есть китайский язык. А больше никаких, наверное, языков. Вот английский вижу. Так, нет, только китайский, английский. Ну и ладно, пускай так будет. Так, щеточка. Зарядочка вот такая вот растягивается. Извините, технические трудности. Так, зарядка, щеточка. Вполне, кстати, себе неплохая щеточка. Масло для машинки. Ну, стандарт. Половинка масла. У меня есть масло, так что, в принципе, нормально. Так, ну что ж, давайте посмотрим, как она работает. То есть работает. Ну, в принципе, неплохо. В работе обязательно похожу, покажу. Ну, что сказать по дизайну. Дизайн очень, кстати, ничего такой. Вот она вот так вот делается. Вот эта вот регулировка. Крутите такое колесико, и она обратно назад. Ну, блин, машинка на самом деле очень клевая. За свои деньги 737 рублей, да бесплатная доставка, еще и трек-номер отслеживается. Ну, как сказать, это сказка. В работе обязательно ее покажу, расскажу. В принципе, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока.